Не будучи более в силах ни смотреть на это, ни переносить сердечную боль, я сказал: «Тысячу раз готов умереть, нежели быть здесь, где происходят такие вещи, и смотреть на несправедливость, фальшь, соблазн, жестокость. Нет сил, поэтому смерть желательнее мне, чем жизнь. Иду взглянуть, какой жребий мертвых, которых вижу, выносят. Озираясь кругом, я увидел тьму кромешную, тьму, которой человеческой разумом нельзя найти ни дна, ни конца, в ней не было ничего, кроме червей, лягушек, змей, скорпионов, гнили, смрада и вони от сырости и смолы, заражающих и душу, и тело, словом, ужас, не поддающийся описанию. И в испуге упал я на землю в изнеможении и жалостно стал взывать: «Увы, жалкие, ничтожные, несчастные люди, это ли ваша последняя слава? Это ли конец всех ваших великолепных, великих дел? Это ли после столь бесчисленных трудов и хлопот, желанный покой и отдых? Ах, лучше бы мне никогда не родиться, чтобы я не проходил врата жизни, если после всей этой суеты в свете удел мой ничто другое, как темнота и ужас. О, Боже! 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 Если ты существуешь, то смилуйся надо мной, несчастным».
Когда я кончил говорить это, весь дрожа от ужаса, я вдруг услышал за собой страшный голос. Подняв голову и посмотрел, кто это зовет и куда велит вернуться, но не увидел ничего, даже своего проводника, Всеведа. И этот меня уже оставил. И тут снова послышался голос. Как вернуться, как выйти из этого мрака? Я начал горевать, тогда голос позвал в третий раз. Откуда вышел в дом сердца своего и закрой двери. Собрав тогда, насколько мог, свои мысли и закрыв глаза, уши, уста, ноздри и все сообщение с внешностью, вступил я внутрь сердца своего, где была тьма. Но когда, прищурив глаза, я немного осмотрелся и увидел незначительный входящий через щели свет, нашел я наверху, в своде той моей комнатки, какое-то окно большое, овальной формы, стеклянное, но загрязненное и замазанное чем-то так густо, что никакого света через него никогда не проникало. Во всем этом я размышлял сам с собой и ждал, что же будет дальше. Вдруг сверху блеснул ясный свет. Подняв по направлению к нему глаза, я увидел, что верхнее окно полно сияния, и в этом сиянии спускается ко мне вниз что-то фигурой, похожее на нас, но, судя по сиянию, истинный Бог. Он, сама нежность, сама дружелюбность, обратился ко мне первым долгом со следующими милыми моему сердцу словами. Здравствуй, здравствуй, милый мой сын и брат. Сказав это, он обнял меня и поцеловал. Какой-то нежащий аромат от него проник в мою душу. Я преисполнился такой невыразимой радостью, что слезы потекли из глаз моих. Он, видя, что я вне себя от радости, продолжал говорить. Где ты был, сын мой? Где ты был так долго? Куда ходил? Чего искал в свете? Утешение? А где ты должен был его искать, как не в Боге? А Бога где найти, как не в храме его? А который храм Бога живого, как не тот храм живой, который он приготовил сам себе? Твое собственное сердце. С
Смотрел я, мой сын, как ты блуждал, но дольше смотреть не хотел. Привел тебя к себе тем, что увидел тебя в храме сердца твоего. Ибо здесь я выбрал дворец для своего пребывания. Услышав эти речи и поняв, что это мой Спаситель Иисус Христос, я сложил руки, подал их Ему и сказал: «Теперь я Твой, Господь мой Иисус Христос, возьми меня к себе, хочу быть и оставаться Твоим навеки. Далеко я был от Тебя, Боже, вечная радость моя, но Ты, смилостивившись, приблизился ко мне. Грешил я, но Ты образумил меня. Блуждал я, не знаю, куда идти, но Ты навел меня на правый путь. Ушел я было от Тебя и потерял и Тебя, и себя, но Ты, явившись, вернул меня к Тебе и Тебя ко мне. Готово сердце Божие, готово сердце мое, буду петь и плясать во имя Твое. Ибо Ты высший над всеми высотами, глубочайший над всеми глубинами, дивный, славный и полный милосердия. Вот я Твой, Твой собственный, Твой вечно. Дух Твой благий да наставит меня и ведет среди сетей мира на землю правую, ведет милосердием Твоим, сопутствуй мне на путях моих и проведи через эту, увы, полную тревоги и темноту мира к Твоему вечному. Аминь.